Слава клоун пришел из ниоткуда, особенного ниоткуда. Все мы когда-то побывали в этом ниоткуда, скорее просто позабыли туда дорогу. Слава же ее знает. Если же вам повезет, вы сможете легко провалиться в кроличий тоннель, который когда-то отыскала любопытная английская девочка. Все очень просто. Не озадачивайтесь тем, кто вы есть, а положитесь на свою интуицию. Прислушайтесь к своему сердцу. В преддверии погружения в мир снежного шоу оставьте свое разумное «я» на пороге, отправляясь в длительные путешествия своих сновидений. Это как не имеет значения, куда и зачем вы следуете. У Славы в голове живут такие чудные мысли. Он бережно упаковывает снежное шоу, чтобы в середине зимы доставить его в самый далекий северный край России. Если вы спросите у Славы, с чего началась история Славы Клоуна, он, вероятно, ответит вам своими тремя волшебными словами. Я не знаю. Слава знает, но непременно ответит вам весьма загадочно. У меня была мечта о театре, который смог бы вернуть все ослепительные цвета и разгульные ароматы. Отогнать страхи о темных страшных вещах. Театр, который смог бы рассказать драгоценные истории об уходе из дома, об уходе из России, об уходе из детства. Что угодно, и не грустить об этом. Потому что на самом деле часть нас никогда никуда не уходит.